Володь, сколько ты сегодня до работы добирался? На автомобиле, наверное, часа полтора против обычного часа. Все-таки дороги были в снегу слегка. Ну, ты знаешь, у меня двор расчищен просто идеально там до асфальта, хотя многие коллеги жалуются, что у них не убирают совсем. Ну, да. А кто виноват тогда? Я не понимаю, в этой ситуации кому хуже, действительно, пешеходам в нечищенном дворе или автомобилистам? Ну, я думаю, что в разных районах Москвы по-разному. Но вот наша коллега Валентина Васильева побывала в разных местах, попыталась разобраться в этой ситуации. Сугробы в полметра, заснеженные машины и лед на дорогах. Первый рабочий день после рекордного снегопада, кажется, принес москвичам всю палитру эмоций. Пока одни радовались настоящей зиме, другие сетовали на работу коммунальщиков. Здравствуйте! Как вам погодка такая снежная? Замечательная погодка. Отличное, тепло. А вот то, что расчищено, не расчищено, видите, снег уже... Работают же люди, расчистят не все сразу. Ну, здесь убирают, а вот дальше чуть-чуть пройдете, там не убирают, там сугробы, пройти нельзя уже к офису. А около дома у вас как? Возле дома хорошо. Сегодня вышел, удивился, прям приятно. Понятно, что на течение недели надо все это вывести, это естественно. С такой объем снега, месячная норма. Полумесячная норма, понятно, что тяжело. Я студентом был, дворником работал, знаю, что это такое, поэтому и уважаю вот их. Коммунальным службам снегопад действительно принес дополнительную нагрузку. По данным московских властей, бороться со стихией направили более 60 тысяч человек. Рабочий день у многих из них затянулся. Работа у вас больше вот, в связи со снегопадом, чем обычно? Да, больше, да. То есть вы обычно сколько работаете в день? 8 часов. А сегодня? Сегодня уже не знаю, вот 10 часов уже, наверное, будет. И не заканчиваете, да? Не заканчиваем, вот не успеваем еще. Расчищать столичные дороги выпустили 13 тысяч единиц техники, но и этого оказалось недостаточно. Автомобилисты жаловались и на засыпанные парковочные места, и на заснеженные дороги. Очень много парковочных мест, вот как вот здесь, если посмотреть, они засыпаны снегом. Соответственно, сложнее припарковаться. То есть не разгребают достаточно? Нет. Тротуары чистят на обочинном дороге, с обочины на середину, чтобы грейдер собирал. А грейдер пока приедет. Вот здесь на Наметкино посмотреть такая картина. Снег посередине улицы. Неудобно, да? Конечно, неудобно. Из четырех полос одна только работает. К 3 часа дня понедельника дороги хоть и расчистили, но горы снега на обочинах и сугробы во дворах так и остались. По словам заммэра Петра Бирюкова, на то, чтобы устранить все последствия снегопада, понадобится около недели. Но вот незадача. Уже через несколько дней синоптики прогнозируют потепление. И вполне возможно, все эти горы снега потекут ручьями по московским улицам. Валентина Васильева, Дмитрий Зубковский, РБК.